Всем привет, друзья! Сегодня хочу в этом видео снять тест. Тест на то, как ведет себя арматура в стенах из полистирол-бетона. Здесь вот я кусочек стены заливал и вставил в него арматуру восьмерку. Этот кусочек стены немножко отличается по цвету от других. Но я в телеграм-канале объяснял почему. Потому что опалубка, когда заклеена пленкой, то имеет хорошую, гладкую, красивую структуру. А вот это вот кусочек оставался, опалубка закончилась, и я вон тот кусок фанеры просто сюда вот прилампичил, и просто фанера напитала на себя, видно, влагу вытянула, поэтому верхний слой сразу же весь облучился. Сейчас вот на солнышке постараюсь сфокусировать. Видно вон, не знаю, видно, не видно, блестят волоски и фибры. Это значит, что фибра в растворе вся распределяется равномерно. Так, ну а в сегодняшнем видео будем каким-то образом вырывать вот эту арматуру из этой стены и посмотрим заодно. Много споров просто существует, нужна ли арматура в полистирол-бетоне. Кто-то говорит, что она не работает, что для арматуры нужен тяжелый бетон со щебнем, а в легких пористых бетонах она просто будет вырываться. Такие как полистирол-бетон, как опилка-бетон, что арматура в таких стенах как бы ничего не дает. Поэтому сегодня вот здесь вот попробуем вырвать арматурку. И вот здесь вот я, когда у меня раствор лишний остается в бетономешалке, я его вот так вот прям вываливаю, только там не на землю, там под низом, вон лист профнастила. Прям на лист профнастила вываливаю остатки, потом кувалдочкой разбиваю на кусочки и в стены просто, как это говорится, забутовываю. То есть кусочками вставляю небольшими. Вот, тот же самый материал, так что нормально. И здесь в него я вставил 12-ю арматурку. И вот сегодня также будем выколупывать, стараться эту арматуру из этого полистирол-бетона. И посмотрим, насколько арматура хорошо держится в полистирол-бетоне. Здесь ширина стены у меня 20 сантиметров. И вот посмотрим на всю длину, получается, я вставил восьмерочку арматурку. Вот посмотрим, как у меня получится ее вырвать и получится ли вообще. Капелюсечку расшаталась арматура у основания, но ее выдернуть вручную невозможно. Нет, друзья, это бессмысленно. По этому тесту видно, что всего лишь 20 сантиметров стены восьмерочку арматурку держит просто намертво. То есть я могу сказать честно, что получается в комментариях, когда я отвечал людям, которые спрашивают, почему я не армирую стены, я отвечал, что арматура в полистирол-бетоне не работает. Но я, короче, ошибался. Арматура прекрасно работает в полистирол-бетоне. Не знаю в процентном соотношении, насколько хуже там, к примеру, по сравнению с тяжелым бетоном или нет, но 20 сантиметров стены удерживает восьмерку арматуру просто намертво. Что говорить, если будет, к примеру, метр, два, три арматуры заманличен в стену. Это, в принципе, конечно, рационально использовать, у кого есть возможность армировать, к примеру, стены из полистирол-бетона при заливке арматурой, то арматура действительно работает в полистирол-бетоне. Давайте еще
Вот этот кусочек развалим. Так, смотрим. Арматурка прекрасно вся обнята, так сказать, полистирол-бетоном. Очень хорошая адгезия, очень хорошо держится полистирол-бетон на арматуре и арматура в полистирол-бетоне. Поэтому по этому тесту можно смело сказать, что арматура, даже тоненькая восьмерочка, прекрасно работает. То есть можно, в принципе, даже, я так думаю, если небольшое строительство, к примеру, одноэтажный дом, ну, у меня будет два этажа, то одноэтажный дом можно армопояс, к примеру, делать прямо в полистирол-бетоне. То есть выставили опалубку, связали каркас из арматуры и прям вверх его заложили и залили полистирол-бетоном. Не имеет смысла делать какие-то U-образные блоки, U-образное углубление в полистирол-бетоне для того, чтобы в него заливать тяжелый бетон. То есть прямо в полистирол-бетоне прекрасно арматура будет работать на растяжение. В общем, вот такое вот видео получилось, вот такой вот тест. Надеюсь, друзья, было интересно. Спасибо за просмотр, до новых встреч, пока. Короче, вытащил я эту арматуру еле-еле, потому что думаю, что же мне ее в стене, что ли, оставлять, обрезать. Вот, взял, короче, просто молотком с этой стороны по арматуре забил ее внутрь и потом уже вытянул. Вот настолько она была в стене. Хорошая адгезия, все в бетоне. То есть, можно сказать, что армирование полистирол-бетонных стен, которые заливаются монолитом, имеет место быть. У кого есть лишние деньги, можно армировать арматурой. Я армировать арматурой, я только вот третий ряд кинул два пруточка посередине, на стыке двух домов, точнее мастерской и дома, который там будет. И потом, конечно, весь армопояс у меня будет армирован арматурой. А так, стены я не армирую, у меня только полистирол-бетон и с добавлением фибры. С добавлением фибры и материал получается очень-очень крепкий и надежный. Вот так вот и будем строить два этажа.